Приветствую вас во второй части прохождения War Tales за сына торговца. Что ж, в предыдущем видеогайде я обчистил Кристину, обчистил ее дом. Не знаю, вопрос времени, наверное, когда меня объявят в розыск. В любом случае, у меня уже проблемы с деньгами, с тем, чтобы заплатить им. Я вижу, что у меня и настроение в пайте на критическом уровне. Так, ну, надо, видимо, что-то... Ух ты, да, что-то испортилось. И чё, а почему из этого столько... Из тухлятины получится? А мы не отравимся? Так, не повторяйте в домашних условиях, отлично. Так, всё, надо теперь быстро бежать. Да, пища портится. Причем так жестко. Может быть, мне сходить вот в этот вот бандит хайдаут? Я тут могу как-то на карте это ставить, эти хрени? Нет. Ладно, идем. О, какая-то повозка. Там трупаки. Одно знание получил. Тилтрон Каунтри. Че тут ничего облутать не могу. У нас нету выбора, моя жена голодает и нам нечего есть. А че, он продает жену или что? Или продал уже? Не дай погибнуть моему мужу. Его друзья пытались помочь ему, но я не знаю, где они. На озере, возможно, на севере, что севернее отсюда. А, он говорит, что он украл наше зерно. Что-то я не понял, короче. А это я могу? А, нет, не могу. Или могу украсть. Ладно, давайте не буду пока воровать. Там я, кстати, видел, кто-то шел. Это караван, что ли? Да, наверное, могу напасть. Там причем несколько караванов. А, в ту сторону пойду. Тут... Хотя до него еще, блин, идти, черт знает сколько. Опа, а это что за... Что, проблемы? Капитан. Ах ты, она типа попросила показать, что я несу. И увидела, что у меня краденые вещи. Я должен заплатить. Либо вернуть. Включая мою экипировку. Либо атаковать, но это... вот это вот заплатить. Охренело, 34 рубля. Да у меня самого, блин, тяжелое финансовое положение. Нафиг ее. Я просто тестирую. В общем, лучше на нее не нарываться. Слушайте, причем я здесь какую-то шахту вижу. Ух ты. Что-то тут раз я ее не увидел там. Или просто не обратил внимания. Так, их тут двое всего лишь? Нет, трое. Дальника нету. А где лукарь? Так, надо бы как-то аккуратненько. Вот так, что ли? Да, наверное. А вот эти как раз пусть со спины кинжальщики.
Ну и что, кого фокусить? Ну давайте зафокусим вот этого. У него больше всех урона, по идее, должно быть. Тут своего могу попасть. А если вот так? Отлично. Ауч. О, а это... Типа много урона цели нанесу, а это... И засада, типа две атаки. Не совсем я, конечно, понимаю, как это будет работать. Давайте протестируем, правильно? А, понял, просто три атаки. Ой, это я еще эту потратил, я понял. Ну надо же потратить, чтобы протестить. И слабость на цель. Ну-ка. О. Еще помимо этого могу обычный удар наносить. Это круто. Ох ты, это крит был. Интересно, сколько у них там бабла, надеюсь, на шахте, блин. 36 бабла. Тяжелая броня, кстати. Давай все слутаем. О, новая профессия. Этот шахтер. Так, надо мне кому-то назначить. Че шахтер дает? Конституция 2. Тогда я одному из тех, кому я уже что-то давал. Вот этому. Двуручнику. А глухаря теперь могу прокачать. Третьего левела он. Интересные тут бонусы. Значит, ну первое это отбрасывает противника назад на 2 метра. Но мне кажется, это мало. И накладывает типа замедление. Второе это бонус для животных с каких-то союзных. Ну и третье, как я понимаю, урон по площади для первых трех противников, которые туда подойдут. 8 метров площадь. Ну, соответственно, вот здесь шанс крита больше, либо ловкость, но везде минусы. Но это типа на случай, если кто-то к лукарю. Хотя замедление... А, вот я вижу замедление, это... Передвижение снижается наполовину. Возможно, против боссов, кстати, пригодится. Вообще, по площади, конечно, звучит очень крутой. Эта штука. Но она дорого стоит в то же время. И... А вдруг они не пойдут в том направлении? Ну, вражины, я имею в виду. Это именно против скопления врагов. И обычно я хожу первым. Чем мне их ждать? Там уже неизвестно, как ситуация изменится. Ладно. Давай замедлялку, я думаю, с боссом пригодится. Ну, а соответственно, тогда декстерити. Тринадцать, 21. Нормас. Вот, двуручник. Ой, пардон. Или это не двуручник? Это двуручник. Да, это двуручник. Что-то у него конституция зашкаливает. Вот я вижу, у него тут тяжелая броня. И, короче, перк дает защиту на 2 раунда для всех. И урон снижается на 30%. Ну, 30%, блин, ну, не знаю. Может, там потом можно будет улучшить. А, вон, да, на 90, на 5 уровне, да. Блин, я не посмотрел у других, что там будет потом. Там вот остальные еще заблочены, только вот 5 уровень. Ну, либо урон вот возрастает, но тут средняя броня. Я, наверное, выберу тяжелую броню и защиту на 2 раунда. Правда, это силу снижает и шанс крита.
Ну, урон за блок, мне кажется, полезная штукенция, пригодится, опять же, против боссов. Хоть это у меня и не танк, а дэмэдж дилер, но, блин. Блин. Сейчас я давай этого проверю, что будет дальше. 5 метров арена. Ну ладно, давай на защиту, а то я посмотрел, щитовика такого нету особо. Только надо силу все равно вкачать, потому что что-то вообще непорядок. Ну-ка, хэви армор я могу вот этому надеть. Да, щитовику, отлично. Так, двуручью я одену. Ну, это базовая броня. Это я легкую броню ему. Вообще что-то с этим делать, потому что у меня куча уже снаряги такой. Ну, ассасину, соответственно, легкую броню одному. Ой, а могу ему меч-то заменить? Стрэнг плюс 3. Нет. Так, компендиум, кстати. Ой, я совсем забыл про руду. А это что у меня тут есть? Волчьи сосиски. А, это рыбу жарить. Так. Тут настроение сказано можно. Либо что бы мне такое сделать? Хлеб. А это что? Ну давай на всякий случай для настроения возьмем вот эту фигульку. О, кстати, я тут на север пошел. И походу по квесту то, что мне нужно, нашел. Ох ты, тут пятеро их. Уже не шутки. Скорее всего не получится, но давайте попробуем. Я просто снаряга, видите, не отрегененная. Да, блин, а еще... Почему так галимо меня расставляют? Кто это придумал? Такую расстановку, а? Так, кого же мне первым убивать-то? Очень много лукарей, вообще, конечно, жесть. Наверное, тогда вот этих вот пошлю на лукарей. Одного сюда. Вообще, это с... Ага, ага, и тогда я этих не убью. Нет, нет, не получится у меня с ними сейчас разобраться никак, наверное. Я еще эти штучки потратил. Не. Мне надо снарягу отремонтировать. Нужно, блин, ну много всего нужно, короче. Нет, сейчас не получится с ними потягаться. Надо найти какой-то город большой или что-то типа того, я не знаю. Так, еще на меня кто-то напал. Сейчас мы с ними разберемся. Надеюсь, деньжата у них будут. Так, я вижу вас. Значит, со... Прежде всего, вот этого будем сносить. Нормас. Броня, это хорошо всегда. Да ладно, один хп. А, вот, все, нормас. Ой-ой-ой, больно. Ну тут, конечно же, нужно фокусить. Чё, я два раза могу? Это я не понял, ну ладно. Интересно, тут бонус-то со спины есть? Нормас, вообще без потерь, но броня, броню коцают, блин, а где взять эти хрени для брони, непонятно. Так, веревка, нормас.
Платить, кстати, не надо. Это раз в неделю тут получка у них, что ли? А тут свежесть-то где показывается или нигде? Ладно, какую-то рыбу тухлую сожрали. Зерно, кстати, видимо. А, или красное это... Подожди, может она не тухлая, может она просто это... Она не тухлая, да. Она просто краденая, может быть. О, нужно заплатить 148, а у меня сколько? 122, не хватает. Ой, ёпта, волки. Да их 11. Подожди, я могу уйти? Нет, не могу. Я там вроде сохранился. Не. Неприятно. Слушай, их слишком дохера. Моих, конечно, располагают вообще невыгодно. Ладно, ну давайте попробуем, конечно, но ничего не обещаю. Они еще и здоровые, эти волки. Нихера. А че они такие жесткие-то, а? О! Подожди, я не понял, это он по мне нанес или я нанес? По идее, он должен был атаковать. Может, просто. Может, там перк? А, это он по мне. Охеренно, конечно. Так, это вот типа защита. Я думаю, да, надо сейчас ее заюзать. Хорошо, конечно, что они сюда так встали, но... Проблем многовато. Все, осячки потратил, зараза. А, нет, не все. Как хорошо, что он хотя бы так может. Так, в общем, тут эти волчары бегают. Так, это кто? Это вот этот. О. Да. Неприятная ситуация, жестко. Волчары меня захерачат. Да, тут без вариантов. Нет, они меня захерачат все. Вжук в параллельную реальность. В параллельную реальность. Так, ну что, кстати, по поводу добычи этого? Да ладно. Так я же нажал, ёпт. Так я же нажал, ты чё? Я почему-то странно. Типа я нажимал, опыт, ладно, дали. Вообще запутался, подожди. Так, еще раз. Я думал пробел нажимать или что там. Мышку. Ну, три зато добыл эти хрени. Я понял, вообще мышку надо нажимать, но больше никакие клавиши нажимать нельзя.
слишком рано. О, а еще алмаз какой-то добыл, ни хрена. А что, они там появятся спустя время или вообще все? Алмаз-то наверняка стоит до хера. Что, может, с каравана можно потрейдить? Спокойно, мужики, я потрейдить хочу. Да, я хочу потрейдить. Это что такое? Это можно продать в других городах. Не. Базовую броню я продал. Нафиг на нее даже тратиться на ремонт. А вот это я могу продать? А, это вот, да, мне, но это мне добавит эту розыск. Ладно, тогда пока ничего не буду. Могу, кстати, у него украсть. Да ладно. Вот это вот очень дорогая штукенция. Ну-ка. Ух ты, 310. То есть меня за это будут вообще везде разыскивать жестко. Не, я пока, наверное... Или я готов? Готов или не готов? Вот в чем вопрос. Подожди, давай сохранимся. Тут вообще вопрос в том, что у меня может быть... Опа. Ой, нет-нет-нет, не купить. Вопрос в том, может ли быть эта штука значение больше сотни. Потому что там сотни, если не может быть, тогда, в принципе, можно переждать. А если 3 сотни, то это, конечно, фиг знает, сколько ждать придется. Мне кажется, воровство все-таки, тем не менее, здесь очень важный камень краеугольной игры. Так, давай-ка, ну-ка. Оп. Сотенка. Был замечен. Ты теперь разыскиваешься. Блин, да не то. А еще раз украсть. Уже я разыскиваюсь. Не могу украсть, когда это самое у меня, типа, статус разыскивается. Короче, видимо, это нереально украсть или очень маленький шанс, потому что я вот уже 3 раза 4 пробовал, не получается. Ладно. Может быть, если там как-то круто прокачать ловкость или что-то типа того, это повлияет на шанс, и то не факт. Ладно, оставляем их в покое. Денег нам заплатить, самое главное, хватит. Нам надо найти вещи это для ремонта. Strong Cap. Большой город. Может, здесь что-то? О! Что за маркет? Галерана. Типа еды дай. И даст 5 тогда вот этой. А это что такое? Influence, влияние. Ну давай на жрачку. Хлеб из... Да, да. Мне все на место некуда девать. А ты чё? Лен. Кстати, этот рубин или как он? Почему такой дешевый? 18 монет. Вы что, издеваетесь? Кстати, сразу 2 растения, которые можно в медицину потом покрафтить. И хлеба еще осталось у меня до хрена, в принципе. Так, в общем, ничего полезного у него. Так, а это что? А, полировать броню может? За 10 монет? Ну-ка. Теперь посмотри. Так. Ах ты... Он украл 20 монет и сбежал. Ах ты... Сука. Сука, где мои деньги? Нихера себе, ему можно воровать у меня, а мне нельзя у него. За 20 монет, блин, я удавлюсь. За 20 монет в этой игре тут денег нету, как в Battle Brothers. Причем его нельзя заставить, поймать его и заставить его полировать кое-что другое за место брони. Хотя нахер мне это надо. Старый хрыщ чертов. Была бы это какая-нибудь воровка. Заставил бы ее полировать свой огромный, просто гигантский ядерный меч. Причем зашел, короче, повторный. Тут уже другое продается у торгаша.
тоже в других городах перепродавать. То есть тут можно трейдить тоже, как Battle Brothers. Так, еще какой-то чел, он продает жрачку, короче. Причем даже волков рубленых. Она тоже жрачку продает. Ой, не, не, воровать я не буду сейчас. Хотя у меня запас есть. Так, что тут еще есть? Вот здесь, может, бронюшку можно. О, новая профессия, кузнец. Так, и что она дает, эта профессия? Сила плюс один. Но это вот этому надо, я так полагаю. Кстати, да, он у меня этот майнер, тогда я майнера дам щитовику. Вот так, там же есть еще один готовщик у меня какой-то был. Ха, нету готовщика, ну ладно. Так, и что я могу сделать? Скрафтить тунику могу. Базовая броня или маленький щит. И нахрена мне это надо? Ты мне отремонтируй броню. Вот эти штуки на ремонты. Ну-ка, ремонтировать за 12 монет. Либо я сам отремонтирую. А что выгоднее? Это за 12 монет он всю снарягу отремонтирует. А если я куплю одну, вот так вот, ну-ка, сколько я смогу отремонтить на нее? Сейчас посчитаем, посмотрим, вот сколько я на нее. Я вообще тут такого не вижу. Как мне? Repair all за 6 вот этих штук, да? А, 6 наборов, значит, мне стоит все ремонтировать. Да ладно. Да, значит, нет, выгоднее у кузнеца чинить, конечно же. Так, ну давай у него все починим. Отлично. А вот эту штуку я бы украл, на самом деле. Если что-то и стоит того, чтобы это красть, то это именно вот эти штуки. Ни хрена. Оно максимально это добавит. Потому что да, его тоже не получится, да? Охереть, меня в тюрьму еще посадили? Охереть, вы прикиньте. Минус один у меня, его реально в тюрьму посадили, показано, где он находится. Давайте просто ради интереса я туда, конечно, наведаю, сейчас смотрю. Посмотрю, что за фигня. Вот она, эта тюрьма. И что, штурмовать ее только? Выпустите моего чела. Тоже двуручник. Я бы заменил на самом деле одного. Ну-ка, хендовер. Ха, в смысле? Я им мог привести заключенного. Могу украсть кандалы. А, блин, вора моего посадили. Вот он. Или нет, подожди. Не хочу умирать здесь. А, тут за бабло его надо вербовать. Рейнджер, нет. Я бы, конечно, вот этого двуручника, вот таких бы я бы вербовал. Эти рейнджеры с своими ножичками. Вот, мистер Тат. Освободи меня скорее. Я не могу дождаться, как увидеть остальных. Блин, лукаря. Ну, конечно, это никуда не это. За 80 нужно его освободить. Да, до хера я потерял. На кичу посадили. Жесть, конечно, вообще. Так, ладно, с воровством мы разобрались. Давай посмотрим, что в таверне. То есть нельзя воровать, я откатился. Нахрен это. Эмиссари. Ищешь работы? Ну... Ух ты. Вон там уже и подписано, где проще, где тяжелее. Давай вот этот за 165. На восток. Идем на восток. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Так, это что, наемница? Могу нанять за 40 славы, 80 бабла. Ну-ка, инспект. Ого, нихера себе. Пардоньте. Наносит 8 урона всем юнитам в этой. Берсеркер-хранитель. То это уже она такой компанейский персонаж. Вот здесь, например, наносит шанс крита возрастает на 25% против тех, на котором хотя бы один дебаф наложен. Да, урон тут, конечно, бешеный и так далее. Но мне сейчас надо платить скоро наемникам, так что, блин, ну... Хотя я бы двоих этих с ножичками выгнал нахрен и нанял бы ее. Так, а это что? Это тавернщик. Рецепт. Яблочный пирог. 50 монет? За... Ладно, я промолчу за какой этот самый. Да ты охренел? Так, хорошо. И вот это вот, что это за церковь? Что здесь можно сделать? Воскрешать, что ли, или что? Крафт. О, новая профессия, алхимик. А, ну вот, медицина. Это пустые склянки, а это заполненные. Так, и что по медицине? Декстерити плюс один дает. Почти все профессии я открыл. Ну, вор, конечно, полезнее для лучника. Давай временно попробуем алхимика ему дать. Как он хоть приготовит, просто мне интересно. Да, две этих самых. О, о. На, надо склянок больше накупить. Шикарно. Хотя их и так можно. Ну ладно, ладно, пригодится. Сколько склянки-то стоит? 10 монет. Губа не дура. А, там он теряет весь опыт накопленный. Охереть. Вот оно что с профессиями. То есть, когда ты меняешь профессию, он теряет весь опыт накопленный. Охереть. Поэтому у него у вора было больше этих возможностей. Охереть. То есть, чтобы прокачать вора, ну, нужно красть и всякое... Или взламывать сундуки, да. Вот, и чтобы тебя не сажали в тюрьму, хотя бы просто взламывать сундуки. Ну, в общем, да, тогда мы не будем менять, конечно, профессию. Мы ее просто откроем, но не более того. Так, где там этот квест на восток? Тут какой-то вопрос-знак. Явно не сюда. О, а тут же в каждой я что-то могу изучить. Щиты, какие-то клинки крафтить, еще что-то я могу. Тут медикаменты, понятно. Слушай, а контракт я не принял, что ли? Что у меня написано принятых контрактов 0. Может, я перезагрузился, там не было? Типа каждый раз тут они на рандоме генерятся. Блин, и сразу мне это более сложный контракт дали. Вот что за фигня? Ну вот это я смотрю, тут уже башня какая-то. Я такие башни зачищал, давайте. Во. Давайте, да, значит, вот там, потому что когда ее выбираешь, там пишет, да, сколько у тебя контрактов принято. Вот один из трех. Отлично. Так. Это еще какие-то придурки, вдруг там тоже где-нибудь. И еще бандит хайдаут. Отлично. Три контракта принял. Так. Ну, пойдем сначала вот сюда. Блин, мне 4 монеты не хватает, чтобы заплатить. Че, угораешь? И че будет? Ну, сейчас дух плюс 2. А, дух просто. Минус 2 сразу, понял. Дебафы. И что, мне нужно сейчас будет опять платить, если я захочу? Видимо, да, ладно. Сейчас мы это скоро исправим. О, а у повозки, оказывается, каждый труп
Нужно по отдельности инспектить. Нет, блин, я хотел вот этого, зараза. Причем, короче, долгий очень КД красный начинается, если ты превысишь бегство на shift. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, ну хотя бы их там 5 волков. Ладно, шкуры, может, продам. Тут близ города не такая уж большая стая. Единственное, конечно, бесит, что они так вот раскидывают. Куда ни попадя. Так, я должен, наверное, выбрать, кто первым будет ходить. Ну-ка, вот этот. Может 2х сразу? Нет, нихера он не может. Я могу любого же. Ну, вот эти кинжальщики вообще под большим вопросом. Мне больше всех нравится лучник, щитовик, двуручник. Не догонишь. Ой, надо было того добить. Я могу кем-то другим походить? Нет. Все долбанные кинжальщики. Не хочу я на этих расходовать. А это что такое? Захватить. Knocks out animal when engaged with an ally. It will you join troop after combat. Нихера, захватить веревку. У меня веревка есть. Вот захват. Да ладно. А это только он может сделать? Остальные не могут? А, вот еще может щитовик, да? Щитовик еще может захватить. Да, я просто уже думал, единственное, ради чего можно оставлять эти кланы. Захватываем. Миссит, промазал. А веревка израсходовалась, интересно? О, ну-ка, теперь ты давай веревкой. Умоляю. Опять миссит. Блин, я хочу себе волка захватить, вы чё? Я не хочу теперь его это. Так, давай на нас это, бронюшку. Ой, только не лучника. Блин, скажи, что ты сможешь тоже попробовать его захватить. О-о-о! Я захватил волка! Охеренно! Я захватил волка, и это охеренно. Хотя я не уверен. Я не знаю, что потом будет. Не-не-не, лучника это против правил. Лучника нельзя атаковать. Прости, у нас только одна вакансия для волка. Ой, надо осторожно с лукарем, сейчас еще не хватало. Ой, своего главное не задеть. Опять защиту мне заюзать. Панч. А я что, убежать-то не могу? Да, лукарь, видите? А, я понял теперь, зачем вот эти бегуны нужны. Они лукарей как бы выводить из строя. Я этого тоже могу нокаутировать?
Слушай, а вдруг... Вдруг их продать можно? Ну-ка. Не, не повезло. Давай, блин, веревки, нахера я лутал? Придется добить. Хотя, может быть, сейчас как-то получится переагрить его. Да, вот вроде переагрил. Так, вот этому балукарю отступить на самом деле. Нихера себе там кровотечение. И чё, я не могу этого заагрить волка? А, точнее, видимо, у меня, наверное, веревки закончились. Спасибо за то, что играли. Демо-версия заканчивается здесь. Ты чё, охренел? 9 дней? А, команда благодарит меня за игру. Мы надеемся, ты хорошо провел время. Там добавляйте виш-лист и все такое. Слышь, ты чё? Алло, я только волк себе заполучил. Ты чё? У меня даже вон значок там появился. Ух ты, падла. Жесть. Блин, на самом интересном. Слушай, они специально сделали триггер или это на 9-м дне? Наверное, на 9-м дне просто так совпало. Но это же жесть совпала вообще, капец. Блин, чё же они с этими демо-версиями-то задолбали? Это... Pathfinder тоже там не полная версия. Я сейчас жду, вот они что-то выкатят, но, скорее всего, придется ждать до релиза с полной версией, потому что концовки не будет. То есть та версия, которая сейчас есть, в нее играть можно, но что, потом заново все придется перепроходить, потому что сохранение не будет работать. В общем, они охренели. Не предавайте паладинов. Поставьте лайк этому видео. Можете еще написать коммент. И подписывайтесь. Не предавайте паладинов, сражающихся против сил тьмы в окружении. Благодарю за внимание.